Хоба! Всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобою, друзья, посмотрим на пасхалочку в битве растения против зомби, битва за Нейборвиль. Притом пасхалка очень клевая, мне прислал Рустам, спасибо огромное ему, вот. Действительно, спасибо огромное, что присылаете вот такое, мне очень интересно посмотреть. И это будет, наверное, самый короткий выпуск, но, в общем, ставьте лайкосик за то, чтобы были еще такие похожие видео. Сегодня, кстати, мы, друзья, еще посмотрим на всех гномов, чуть попозже выйдет, потому что я сколько долго вам обещал. Итак, чеснок находится прямо здесь, да, друзья, прямо здесь. В общем, если вы сейчас присмотритесь, то здесь вот здесь что-то вот появляется, что-то пропадает, да. Итак, нам надо идти к Руксу. Итак, друзья, давай активизируем специальную вот эту вот леталку. Да, мы можем вот и активизировать, и у нас есть вот такой вот маленький чесночок. То есть мы его можем заметить. Он, понятное дело, что не уничтожается, но нам надо, в общем, к нему сейчас подобраться. К нему подобраться, прыгнуть. Сейчас никто там... Так, хопа. И нажать F. Друзья, давай, нажимаем. Все, и теперь быстренько, просто быстренько, друзья, идем вот сюда вот. И сейчас мы кое-что с вами увидим. Смотри, просто здоровенный, посмотри. Здоровенный чеснок. Все, он пропал. А, конечно, лучше сделайте, попробуйте, друзья, именно с другом посмотреть на это. Мы сейчас, давай, наверное, войдем, знаешь, возродиться. Давай, я сделаю возродиться. И попробую за кактус. Да, друзья, давайте за кактус. Ну-ка посмотрим там... А все уже, видишь, нету, да, наверное, уже нету. Может, только один раз, кстати, работает, либо попробуем, давай, перезайти. Ну что ж, друзья, я перезашел, и да, друзья, он появился. То есть, вон он маленький этот, уже сидит там. Короче, попросите своего друга. Так, время полета, аккуратненько. Вот так вот сделаем, так. Нажимаем еще раз F. И попробуем хотя бы на него посмотреть. Просто двоечку нажмем сейчас. Давай, 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 летим, 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 летим. Хотя бы просто посмотреть на него. Вот такой вот здоровенный просто. Смотри, какой чеснок. И он всего на секунд 4, блин, появляется, и все. Короче, один должен, наверное, стоять вот где-то там, а второй просто активизировать, и все. Друзья, как-то так. А на этом все, друзья, да, на этом все. Если вам понравилась данная пасхалка, обязательно ставьте лайкосики. Также подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видосики. Бай-бай, дорогие братишки.